Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер Демастер. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем на моем сервере Crystalix Bedrock. Да, это Pocket Edition, Bedrock Edition. В общем-то, давненько я на нем не записывал, потому что последние несколько месяцев на нем были очень жесткие проблемы. Там вылетало, дропало игроков и так далее. То есть, как вы видите. Но я так давно хотел записать Castle Fight, который здесь вышел. Из-за того, что я по нему не записал видос, на нем очень мало онлайна. Хотя поначалу играло 50 человек. Чуваки, это жесть, это просто жесть. Оказывается, разработчик Castle Fight ушел на днях, то есть буквально там неделю или две назад. Мне об этом вообще ничего не сказали. Я, блин, так долго ждал, чтобы оптимизировали сервак, чтобы можно было на нем нормально играть. И к тому времени, кого-то оптимизировали, разработчик ушел. Как так? И типа, жесть. Ну ладно, давайте пойдем тогда сыграем в КСК. Раз я уж сюда зашел, в любом случае, посмотрим, что там с КСК случилось. Как его сделали? Сыграем в КСК. Опа, опа, опа. Соло, соло. Ну, пойдем, соло. Дуло не пойдем. Пойдем соло. О, вот туда заходит, смотрите, все, сразу же набивается у нас 9 из 12 игроков. Так, что у нас, выбрать класс, ассасин, титан, везунчик. Ну, наверное, за везунчика буду играть, ну, хотя, блин, за везунчика побег. Буду играть за везунчика, вроде как у везунчика ставки повышенные, я хочу ставки повышенные. Ставки повышенные, это круто. Вот, 10 игроков из 12, сейчас у нас уже через 40 секунд начнется игра. И, ну, конечно, хотелось не поиграть в Castle Fight, дорогие друзья. Конечно, хотелось. Ну, примеры, кстати, есть какие-нибудь приметы новые? Ага, пока нельзя посмотреть, к сожалению. Ну, ничего страшного, через 10 секунд начнем. Пауки, пауки, наша карта. Кстати, надо бы сюда завести новые карты с ПК-версии. Нифига, как они быстро завершили волну. Жесть, они там скоростные. Капец, ох уж эти скоростные челы с бедрока. Наверное, самые жесткие задроты пришли, да? Тут еще, кстати, жизни сверху их показаны. Это прикольно, кстати. Так, чуть не взял трезубец случайно, здесь регенерации, железный меч, алмазный нагрудник, защита от снаряда. Ну, я, наверное, алмазный нагрудник возьму. Самое сложное, это алмазку, мне кажется, собрать. Ну, хотя на бедроке не знаю, как здесь баланс вещей сделан. Я так говорю, как будто, вы знаете, на самом деле, там задрот на ПК-версии КСК, хотя там тоже мало играл. Ну, мы с Аидом, кстати, выиграли, с Аидом там и выиграли, но Аид много играет в КСК. Вот, поэтому я доверился его тактике, там мы победили. Но я тоже неплохо тогда отыграл, так что вот, не надо мне тут. Блин, жаль то, что у меня серия-то не вышла на канале, я так расстроился из этого, прикиньте, мы так долго снимали, что у меня закончилось место на диске к тому времени, как мы закончили, и она не вышла. Вот, такое тоже бывает. Волна 2, чешуница, вот это изи волна. Как они так быстро? А, ну у них, наверное, уже мечи появились какие-то, мечи или там трезубцы, да, они поэтому быстро завершают волну. Так, все, я тоже завершил волну, дайте денег за волну. Погиб, как он там мог погибнуть? Жесть, вот там уже успел погибнуть, дэм. Мне пишут чат, дэм, да здорово, здорово, мужики. Так, ролик выйдет, ну, если выиграю, то выйдет. Так что, если вы сейчас смотрите, и он вышел, знаете, я победил. У меня 0 реролов, жесть, я здесь буду прям вообще на супер равных. Так, ну, давайте возьму, наверное, ну, зелье медлительности. Как будто стоит взять зелье медлительности на будущее. Я сейчас ифрита, у меня даже никакого оружия нет. Жесть, главное, ни с кем на дуэль не попасться, с алмазным нагрудником и зельем медлительности. Жесть, кринж. Так, что за приметы есть, кстати, давайте посмотрим. Книгу урона, регена, жизни, шипы, медас, прыжок. Так мало предметов. Ну, так, кстати, такое чувство, что это классический КСК. Хотите сыграть в классический КСК? Заходите на Bedrock. Здесь он прям реально очень сверхклассик, я бы сказал бы. Ну да, но чуваки просто с оружием, да, поэтому они завершают волну, а я не завершаю. Очень мало предметов здесь, кстати. И эти фриты почему-то не поджигают, странно. Я думал, они поджигать будут. Ну ладно, завершил волну. Ну, я рукой их бью, да. Была бы, нифига, у него плащ какой крутой снизить. Кристалликсом, с нашим логотипом, классный плащ. Забавно, да, такой, типа, представьте, я уже представляю ваше лицо, вы такие зашли. О, дуэль между игроками, надо сделать ставку. Конечно же, ставка. Что там за пацаны дерутся, надо проверить. У этого чела что за шмот? Посмотрите инвентарь. Зелье силы, зелье... Ну, кстати, может выиграть. Так, давайте этого теперь посмотрим. Посмотрите инвентарь. У него есть коса смерти на старта и зелье регенерации. А он алхимик, кстати. Ну, давайте, ну, может быть, на ассасина поставлю. Сделаю ставку на ассасина 100 золота. Мне кажется, на ассасина никто не поверит в него, в его силу. Но я в его поверил, потому что у него как бы вроде бы оружия-то нет, но у него есть сила. А сила вторая, она мощная, она дает мощь. Так, медведи, замедляемся. Ой, себя замедлил, конечно же. Чуваки завершают волну за секунду, как они... Не, понимаешь, что медведи, скорее всего, на одну тычку хорошего оружия, но все равно... Слишком быстро. Что, я просрал ставку? Ой-ой-ой, кажется, я просрал ставку, дорогие друзья. Тоже знал, что я просру ставку. Но я на из кубика поставил, да, он там вроде сливается. Хотя, смотрите, убегает. Давай, на развороте, ну, чел, у тебя же сила вторая. Давай. Он по нему даже попасть не может, этот кубик. Ой, надо было ставить на второго. О, минус сотка, да. Так, давайте уже какой-нибудь алмазный шлем. Не, ладно, все, возьму себе меч на заговор огня железный. Пофиг, пусть будет, мне нужно какое-то оружие, чтобы убивать мобов. С этим будет гораздо проще. Так, давайте книгу закроем. О, да, вот так будет прикольнее. Чешуницы, ставка.
Ставка, ставка, ставка. Кто дерется? Посмотрите инвентарь. Ну, неплохо, кстати, неплохо. Так, посмотрите инвентарь. Давайте я лучше на первого поставлю. Вот на этого сделать ставку. 500 монет. Не знаю, почему я в этого супер титан Боба верю прямо жестко. У него еще и хп, кстати, больше. Да, смотрите, оп, все, завершил. Ну, теперь я первый завершаю волну. Вот это я крутой. Давай, на кого поставил? Супер титан Боб. Где ты, супер титан Боб? О, а тут карта-то для лучников. А я на кого поставил? На супер титан. Это супер титан Боб. А, у супер титан Боба и лучник. Тогда и лук, кстати, есть. Он же еще лучник. Ну все. Все, челу вообще тяжело будет, наверное, если ты не дашь ему к себе подойти. Ну давай. Ближний боюсь, не делаешь что. Ты что делаешь, супер титан? Супер титан Боб! Ты что, слил мне деньги? Какой ты супер титан? Ты просто мусс. Ну ладно. Жесть, супер титан сливер. Просто как? У тебя же лук был. Боже мой, лук был. Как можно было? Ой, боже мой, боже мой. Тут три зубец у чувака есть. Ну, давай-ка я поставлю лучше на этого лок-топа. Он только что выиграл. Типа, у него, наверное, есть мозг, в отличие от супер титан Боба. Боже, у него лук, он пошел драться в ближнем бою против. Зачем? У тебя лук, у тебя преимущество. Застрели его нафиг, типа. В чем твоя проблема, мужик? Нифига у них тыквы. Кстати, по идее, неправильно работает. По идее, если есть зомби-король, то есть сложнее мелких зомби убить. Вы издеваетесь, и на кого я ставлю? Опа! Красавчик! Лонг! Лонг, мужик, просто плюс косарь. Я вернулся немножечко денег. Немного денег вернул. Это прям отлично. Меня это прям радует. Пауки, следующая ставка. Ну, я буду дуэлиться. Так, Джизвизи, что у него? Охотник на монстров. Ну, у него тут лук, кстати, неплохо зачарован. Так. Теперь Кирилл, смотрим, что у него здесь. Алмазные ботинки, лукш. Ну. Это я поставлю все. На Кирилла у него есть шипы. Что мне тут еще думать? Прокачка брони. Броня низ, броня вверх. На разочек прокачаем, конечно же. Надо броню потихонечку апать, я думаю. Потому что со ставками. Я здесь просто не знаю, как здесь пацаны играют. Знал бы я здесь всех пацанов, то, конечно, было бы удобнее ставить ставки. Ой, книжку еще выбил. Хорошо. Книга апгрейда, кстати. Блин. Надо было побольше апнуть себе броню. Ну ладно, считайте, косарь монет сэкономлю. Я на Кирилла поставил, вроде как у которого шипы есть, да? Ой, Кирилл, ты... Ой, Кирилл, ты что делаешь? Кирилл, боже, и шипы завязал. Давай, да зачем ты удурачишь, что он наоборот должен по тебе попадать, когда под шипами? Кирилл, ну какого хрена, Кирилл? Боже мой, Кирилл, ты меня подводишь, Кирилл? Ты по-стоячему попасть не можешь, Кирилл, он тебе все деньги поставил, Кирилл, ну же, давай, Кирюха, Кирюха, давай, давай, Кирюха, молодец, давай, поджигай его, Кирюха, да, 2 хп, Кирюха, давай, 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 Кирюха, да, почему так мало денег, я на него столько денег залил. Ух, жесть просто, зелье регенерации, ну, наверное, стоит взять какого-нибудь зелья, а, зелье силы 2, что я вообще думаю, как, зачем я вообще думаю. Так, хорошо, давайте прокачиваем апгрейд, чтобы не просрать случайно на броню, конечно же, бесплатно нагрудник капнем. Все, так, хорошо, идем сюда, здесь у нас ставочки, ставочки, ставочки. Так, фрагончик, он уже ни разу не проиграл, что у него там, типа, ну нифига себе фрагончик. Давайте на фрагончика залью пятихатку, наверное, не знаю, что там у второго, но по так уж и быть на фрагончика поставлю. Силу пью, зомби, ну зомби, улетели. Регенерацию сожираем, отлично. Фрагончик, ты что? Фрагончик, у тебя же тоже лук есть, фрагончик. Фрагончик, ты что делаешь? У тебя же тоже лук есть. Зачем ты бежишь в ближнем бою драться? Фрагончик! Фрагончик! На кого я поставил 500 монет? На этого пакистанского ребенка? И какая неудобная карта. Нафига здесь вот это вот, типа... Кто это постоянно на бедроке, видимо, карту сделали чисто? Фрагончик просто сейчас сдохнет. Я на кого деньги залил? У него вообще 0 IQ у этого фрагончика. Я думаю, у чела лук. У тебя же лук есть! Фрагичок. Фрагичок нужно запомнить. Просто, ну, реально, дебил. Дебил просто. У него реально был лук, понять. О, я с кем-то дерусь. Нифига себе, я с кем-то дерусь. Жесть. Жесть, жесть. Надо было, кстати, Мидас купить. Да, надо было Мидас купить, но я не купил, поэтому я дурачок. Но, а опять же, я могу купить сейчас Мидас, а могу купить шипы, понимаете? Шипы в шипчики. Наверное, я шипчики куплю специально. Что все зальют против меня, я такой, типа, наверное, на меня все зальют. Конечно, все зальют на меня. Что там этот Руслан? Кто он такой вообще? Руслан 569675. Давайте шипы берем. Шипы у нас с вами появляются. У меня есть зелье силы, тем более. У меня, правда, у Руслана может быть лук, кстати. Если у него лук, вот в чем вопрос. У него вроде как нет лука. Рубаю шипы, начинаю его фигачить. Все, я его завалил. Но это было прямо просто. Можно я чисто дуэлиться буду, чуваки, в этой игре? Ух, капец. Ну, это да, все на демо поставили. Надо будет в следующий раз слиться, реально. Знаете, специально слиться, чтобы не все деньги свои слили. А то что-то из кубик,
Френ из Кубик вроде нормально играл. У него одна победа, одно поражение. А у Френа 0 побед, 0 поражения. Погоди, какая сделать ставку? Что у него там в инвентаре вообще? Давайте сделаем на него ставку, там, не знаю, 250 монет. Я просто боюсь, у них слишком много ставят на этих пакистанских детей. Извините, конечно, за такое название. Ну а как их еще назвать просто? Это вообще ужас, как они играют плохо. Ой, погодите, у меня тут началась вообще-то катка. Медведи? Что, умираем? Вообще какие-то... На бедроке что-то слишком легко с мобами справляться, если честно. Так, на кого я залил? Я вроде бы на Френа залил, который сейчас сливает, да? Да, надо было на кубика ставить. Кубик все-таки он один раз проиграл. Ой, Френ вообще как ему стреляет, боже, как он стреляет? Как ты стреляешь, мужик? Как ты стреляешь? Ой, боже, ну разберись с этим, разберись с ним, давай. Давай, шипы врубил. Пошел драться. О, деньги. Ну, нормально. Слушай, нормально выиграл. Алмазы на шипы. Ну, у меня уже есть алмазы на груднике. Я уже начал его прокачивать. Наверное, лучше лук на воспламенение взять. Тоже неплохая темка. С луком на воспламенение я этим детишкам устрою жара, так сказать. Ха-ха-ха. Так, стрелы убираем сюда. У нас тут, между прочим, следующая ставка. Давайте. Я даже не знаю, на кого ставить. Фрагончик. Не, фрагончик плохо тогда играл вообще. Так, этот. Давайте на этого лучника поставлю. Все. Я, наверное, в этой катке КСК даже, возможно, не затащу. Но если под этим видосом будет много положительных комментариев, и вы скажете, давай на мастер еще больше на КСК на бедроке, то я позаписываю здесь еще. Потому что, знаете, после того, как мы с Аидом вот недавно поиграли в КСК, наш текущий, мне он не очень понравился. Ну, как бы, не, он прикольный, он крутой, типа, возможно, если ты прям много играешь, очень-очень крутой. Но он какой-то слишком задротский стал, это раз. А во-вторых, блин, почему постоянно эта карта попадается ужасная? Ладно, прикольно. Вот этот конь здесь мешается, если честно. Так, 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 так. Ой, это я, на этого я чела поставил, да, на фрагончика? А, нет, на фрагончика я, наоборот, не ставил, ставил на Кирилла. Кирилл, давай. Кирилл, ну ты чё? Шипы не бей, Кирилл, ты что делаешь, Кирилл? Кирилл, 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 он зарегенился, Кирилл, аккуратней. Фрагончик, капец, регенится жестко. Я на Кирилла ставил, да? Надеюсь, это не так. Надеюсь, я ставил на... Ну ладно, не знаю. Ну Кирилл как будто бы может выиграть. Как они плохо дуэлятся, как же они плохо ПВПшатся, чуваки, это жесть. Короче, я понял, все, теперь записываю КСК только на бедроке. Ждите в следующем месяце, в январе, 20 видео на бедроке КСК. Потому что здесь я буду жестким. Ну, я, конечно, и на ПК буду жестким, наверное, но там иногда попадаются прям жесткие задроты, которые там уже 50 тысяч часов поиграли. Ну, деритесь, чуваки, что вы делаете? Что вы делаете? Деритесь, что они делают? О, давай, давай, фигачь его. Шипы заюзал, тоже шипы заюзал, смотри, стоят. Стоять, что-то тянут. О, давай, давай, фигачь фрагончика, фигачь. Я на Кирилла ставил стопудово. Кирилл, давай. Давай, Кирилл, давай, давай, Кирилл, давай. Я на что-то тебе деньги зря ставил, давай. Давай, давай, фух, победа. Нифига там чуваки выигрывают денег вообще. Так, алмазный меч есть. Алмазные поножи я уже получил. У меня есть, мне нужны только ботинки. Это зелье регенерации у меня есть, это зелье отравления. Можно взять, в принципе, железный шлем на шипы. Но первое время пойдет. Давайте наденем. И тем временем... О, я дерусь с каким-то диджи-визором. Кстати, давайте, знаете что, у меня 12-я волна, все равно купим 7 дас, чтобы фармить еще больше денег, потому что ставок я что-то не очень уверен, что я буду много получать. Так, прокачаю себе низ. А, я даже не могу себе ничего прокачать, нифига себе. Но я могу прокачать себе, кстати, лук. Лук-то могу прокачать, правильно? Лук прокачиваю. Меч не буду качать, потому что меч, возможно, алмазный возьму попозже. Так, все, захавал эту фигню. Он тут стреляет в меня из лука, да? У тебя лук есть, чел? Давай постреляемся. Нифига он остановился вовремя. Я так плохо стреляю из лука, что-то. Оп, попал. Оп, попал. Оп, попал. Чел, что там, как ты вообще? Давай, давай. Ладно, добиваю его уже. Надо сливаться, чуваки на мне очень много денег фармят. Очень, ну, надо в следующей катке специально слиться. Специально, знаете, типа, что он меня, типа, сделал. В шипы. Если против меня будет чел с шипами, то, конечно же. Так, фрагичок плохо играет, диджей UT. Два поражения. Ой, даже не знаю, кто из них. Фрагичок, ну, я даже не знаю, на кого. Я на них не буду. Ну, хотя, давайте на... Диджей Визер и УТ сделаем ставку в 100 символичных монет. Потому что, ну, эти пацаны, они прям пакистанские. С ними, на них вообще ставить ничего нельзя. На них рассчитывать тоже нельзя, соответственно. Они потому что очень плохие. Так, все берем. Съедаем зомби большого. Все, перезарядка пошла. Шипы юзаем. А, смотрите, он, кажется, их регенит. А зомби-то их регенит. Они просто были слабые, видимо. Он их не регенил, а теперь-то он их регенит. И посмотри-ка, нифига себе, регенит реально. Так, на кого я поставил? Я поставил на диджей Визера. Диджей Визер — это фрагичок, а это диджей Визер UT. Давайте, диджей Визер UT, давай, давай, давай. Ну, пацаны, давайте, давайте. Я как будто бы, знаете, вернулся, у меня прям такие ностальгические чувства. Я когда вижу вот этот классический КСК, ну, это реально прям классика, классика. Я прям вспоминаю, как я 2 года назад в КСК прям задротил, когда он только вышел. Ох, это было офигенно. Или 3 года назад это было. Когда это было? Когда вышел КСК, чуваки? Сколько лет назад? Кто мне напомнит, пожалуйста. Мне кажется, 2 года назад. Как они плохо стреляют? Вы типа рофлите? Они вообще выпадать умеют, типа, о, начали выпадать, смотри.
Подошли чуть ближе, начали попадать. Да, фрагичок, давай, фрагичок. Да, они даже тетиву просто не натягивали для этого стоять. Давай, фрагичка убивай уже. Я поставил на этого, на диджей Визера. Диджей Визер, давай, ну что ты? Диджей Визер, что ты делаешь? Диджей Визер на тебя деньги залил. Какой фрагичок сейчас выиграет? Диджей Визер, ну же. Ух, ух, я уже испугался. Опа, алмазные ботинки. Даже не раздумывая, алмазные ботинки. Защита от снарядов берем. Прокачка брони, ботинки качаем. Конечно, сразу сходу. Так, сразу сходу сюда ставки. Лонг топ. Две обеды. И есть диджей визор. У него, ну, диджей визор прям плохо. Лонг топ один. Сделать ставку, поставить все. Он тут очевидно, просто очевидно. Потому что, ну, блин, с какой смысл мне ставить на чела, который только что так плохо играл? Типа, это было очень плохо, реально. Я не знаю, видели, ну, вы видели стопудово. Чего, куда вам еще деваться-то? Так, все, паука убиваем, замедатели, хорошо. Завязаем шипы, чтобы нас меньше дамажили. И быстренько расправляемся с волной. Здесь даже, знаете, чего нет? Нет смысла завершать волну первому, потому что здесь не дают за это деньги. Так, я на лонгтопа поставил. Лонгтоп, давай, не подведи меня, лонгтоп. Оп, хорош, смотри, через микропрострел его. Через микропрострел его прострелил. Хорош, лонгтоп, давай, иди, убей его нафиг. Что ты стоишь? Что ты же, у тебя шмотки хуже, но ты скилловее. Давай, я в тебя верю. Давай, оп, оп. Мужик, ну что ты? Оп. Оп, тебя отравил, жесть, отравил, смотри-ка. Но у диджей визора уже 14 хп. Да иди просто и убей его, иди реально загаси его в ближнем бою уже. Давай, давай, все, 1447, сюда. Сюда, сюда, деньжища мне. Давайте, босс отброс, уже какой-то босс идет. Нифига, давайте книгу урона, может, возьмем. Или, может быть, нет, книгу урона опасна. Давайте защиту, прокачать броню. Защита 2, защита 3, защита 1. Сильно защиту вкачались, правда, меч у нас не прокачан, блин. Надо все-таки было его, наверное, немножечко зачаровать. Босс отброс, что это за босс отброс, что с ним сделать? Что с ним делать, с этим боссом? Я не знаю, что с ним делать, чуваки, если честно. Но, надеюсь, получится с ним справиться, с этим боссом отбросом. Пока что ни одну жизнь я не потерял. Вот тут еще куча чуваков тоже по куче жизней. Сразу же пью зельку. Появляется босс отброс. Юзаю шипы. И начинаю его просто фигачить, этого босса отброс. А, ну он реально отброс. Он не отброс, он мусор. Мусоровоз, я бы так его назвал больше. Больше так, чуваки уже завершили волну. Кстати, у них оружие, видимо, прокачано, что у меня нет. Они поэтому быстрее бы его дамажили, больше дамажили и так далее. Ну, нормально, ничего страшного. В принципе, я тоже быстро завершил волну. Кайфы, кайфы, как говорится. КСК во всей ее красе. Ну, прикольно, что здесь есть какой-то свой отброс, смотрите, босс. О, дуэль можно, ну, и Супер Титан. Блин, да и Супер Титану слиться слишком позорно, знаете. Я хочу слиться, чтобы не потеряли деньги, но Супер Титану слиться, это будет прямо, ну, вообще, типа, мега кринж. Я не могу себе... Я не могу такое позволить, понимаете, так жестко слиться этому мега Титану. Погодите, так, дайте посмотреть, что у него там. Супер Титан, да, у него один урона, два здоровья. Посмотрите инвентарь, мужик, что там у тебя защита 4. Ой, а у него шипы есть, о, отлично, отлично. Я сделаю вид, что у меня залагало, что я там типа случайно, там, не знаю, пробил его там в этот, в пузо этого Супер Титана, да, этого крутого. Сельку силы пью, смотрите, жестко. Жесткий, рисковый. Так, ой, я попал, ну, нифига здесь горит, надо этот ресурс пак, эти шипы заюзаю, такой, смотри, у меня шипы. Бей меня в шипы, мужик, давай. Оп-о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 п. В шипы нет, как так-то, ё-моё. Как так проиграл, чуваки, случайно в шипы, блин. И не увидел, не увидел. Ух, чел, 12 тысяч заработал, 783. Ой, я не верю, я не... Говорит, я не верю. Блин, чел, ну ты жесткий, блин, чел, ну ты жесткий. Надо сделать вид, что я типа дэм двигался, блин, чел, ну ты жесткий. Извините, ребята, извините, это очень смешно, это очень, это прямо мега кринж. Не, ну я еще видел, как ты играл, типа, чел, ну ты жесткий, прям вообще развалил меня. Просто слил деньги пацанам. Пацаны, сорян, как бы это называется, тактика, стратегия. Ух, блин, я даже, я так врадовался, я так угорал с этой фигни, что даже ставку не поставил. Хотя здесь Руслан 8596, как бы опасный соперник. У него уже, кстати, фулл алмазка, у меня, между прочим, практически тоже. Мне осталось только, значит, получается, шлем найти нормальный. Ну, пусть пока будет железный, ничего страшного. Ну, и тут я ставку не ставил, поэтому мне, в принципе, все равно, кто выиграет. Из этих ребят, а я выбил книгу регенерации. Блин, жаль, книги урона не падают. Хочу книги урона. Кстати, заметил, что на бедрок-версии книги слишком дорого стоят. На ПК-версии они начинаются с 1600, а здесь сразу же 2300. Видимо, книги здесь, ну, реально. Битва тестера и хелпера. Тестер и хелпер дерутся, давайте. А что он встал?
Он встал под конец, видели, и тут чуваки фармят. Может, они, мне кажется, они там в Дискорде сидят друг с другом, потому что я видел, что в Дискорде 4 чела здесь сидят, и Скубик говорит, блин, вылетело с катки, чел, соболезную тебе. Так, кто там дерется? Дыма, а я с кем-то дерусь против фрагичка, да? Ох уж фрагичок-то, а, ну сейчас мы тебя-то сделаем уже, получается, что мне терять? Так, все, у меня защита 5 есть, нагрудник, можно не париться, надо постепенно броню докачивать, да, потому что я знаю, что в КСК броня важна. Конечно, меч тоже важен, но что поделать, что поделать? Не всем повезло, пьем зельку одну, пьем зельку другую, отлично, оба бафа сделались, я стреляю из лука по этому парню, бам, неплохо, уже попал, бам, неплохо. Так, опа, 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 оп, 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 оп. Шипы. Он тоже заедал шипы. Отходим. Так, закидаем в него медлительность. Оп. Замедлил его. Отлично. Оп. Попал в него еще. Уходим, уходим, уходим. Че нам с ним драться? Зачем? Нам с ним драться не обязательно. Нам с ним драться не обязательно. У нас реген. Мы регенимся. У него просто меч получше, чем у нас. Не хочется с вами чем драться. Бам, 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 бам. О, прям в комбо его взял по луку. Оп, бам. Оп-оп-оп. Победка. 180. Надо проигрывать. Надо снова слиться. Хватит ставить все на меня. Не, надо дуэли здесь фиксить, чуваки. Надо здесь дуэли сфиксить, потому что... Ну, это жесть. Это жесть. Как это так-то? Так, у Руслана вроде как все хорошо. Он вроде был хорошо зачарован. У него он вроде должен этого супербоба убивать. Так что давайте я на него залью. Все. 700 монет на этого Руслана залюбим, потому что чуваки на меня все ставят, зачем они на меня все ставят? Зачем они ставят на меня? Они хотят проиграть, они хотят все слить, типа, я могу слить следующую катку, типа, просто этот, я не хотел сливаться, потому что этот хорошо ПВПшится, я хотел, типа, жестко сыграть. И, ну и просто выигрывать вообще как будто бы нет смысла, есть смысл проиграть и больше денег зафармить просто. И слить деньги у противников, хотя так можно прокачать, ну да, проигрывать лучше каким-то слабеньким чувакам, которые в конце, когда мы останемся один на один, если они доживут, да, они даже с перефармом будут хуже меня играть, и я буду их выигрывать. То есть, как бы это логично. Так, ну тут, очевидно, Руслан выиграл. Я получил 1400, там чел уже 793. Алекс какой-то получает. Алекс, 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 Алекс. А он еще и алхимик, небось, какой-нибудь, да, этот Алекс? Алекс, вот этот Александр. Ой, ну он тут сильно прокачанный. Я думаю, с ним будут проблемы, да. 3BBO, я даже не знаю, что это 3BBO, как он там, типа, везунчик. Поражения нет, посмотреть. Шмотки, ну неплохие шмотки. Давайте я на него не буду слишком много задевать. Я просто залью на него 250 монет. Вот так вот. Типа. Неплохая ставочка такая, непонятно, что за чел. Прокачка брони. Штаны прокачал. Отлично. Микс. Ой, микс-то плохо. Пьем одну фигню, пьем другую фигню. Завязаем шипы. Юзаем вот эту фигню. Убиваем мопчиков. В принципе, пока действуют шипы, у меня есть шанс их хотя бы убить. Еще ведьму, кстати, заспавнили. Ты посмотри-ка, такие негодяи какие-то. Противники ведьм своих накидали, но ничего страшного, для меня это не проблемка. Ведьмы уже как будто бы и не существует. Все, убиваю и отлично. Амидас у меня не в КД, я что, его не заюзал? Странно, странно, странно. Ну, некоторые чуваки теряют жизнь, у меня пока что все еще 3 жизни, да, нормально. Пока еще волны идут слабенькие, хотя уже раунд 20-й. Я так легко их выношу, возможно из-за того, что у меня броня на защиту 5, защиту 4 и защиту 3. Надо бы еще на себе шлем найти. И нормальный алмазный меч, хороший, хотелось бы хороший себе алмазный меч. Чуваки дерутся, я поставил на Трабио. И, к сожалению... А, нет, я поставил не на Трабио, я поставил на второго, да? Не знаю, кто выиграл, но я выиграл, это хорошо. Алмазный шлем, ну, походу. Я, конечно, хотел бы взять Трезубец, но я, наверное, возьму алмазный. Потому что Трезубец урон большой. Я возьму себе алмазный шлем, потому что я хочу себе уже, ну, фулл сет брони. Фулл сет брони у меня теперь есть. Я прокачиваю себе шлем немножечко. Раз, два. А кто доедется? О, Александр, о, мне кажется, Александр выиграет. Александр, сделать ставку. Поставить все на Александра. Я ставлю все на Александра, потому что я в него почему-то, мне кажется, что он затащит. Он может, конечно, специально сольется, но это будет, конечно, некрасиво с его стороны, потому что у него 40 тысяч. Возможно, он, конечно, ничего не вкачивался никак, потому что он, типа, этот... так, силу пьем. Что ему нет смысла вкачиваться. Так, убиваем сначала главного. Мужики, главный. Александр, ты что? Не, он специально слился. Я уверен, он специально слился. Либо у него просто все в деньгах. Да, я думаю, у него все в деньгах. Либо, не, мне кажется, он мог специально, Александр мог специально слиться, чтобы просто денег получить, потому что лонг не должен был. Лонг только что попешился против какого-то мусора, чуть не проиграл, я на него деньги ставил. А теперь, Александр, ты задом бил или что? Он спрашивает, ты задом бил? Так, Александр мог проиграть. Ладно, хорошо, мне кажется, надо, знаете, что сделать? Нужно переставить ставить ставки на этих оболтусов, реально.
Ну, кроме тех, кто против Супер Титана дерется, против этого можно, я думаю, сделать. Так, железный меч, алмазный защитный снаряд. Ну, блин, тут все мусор. Давайте возьмем деревянный заговор огня меч и просто его выкинем. Так, у меня ничего не остается, кроме как покупать книгу урона. Я куплю книгу урона, у меня всего одна книга урона. Тут не показывается, сколько у меня урона добавилось. Ифриты сейчас пойдут, ифриты. Ну, я даже не буду ставку ставить, знаете, типа... Хрен знает, они как-то сливаются странно, они странно пвпшатся, странно проигрывают. Я лучше буду деньги копить, аккумулировать и, соответственно, буду прокачивать себя и разваливать этих нубиков. Так, сюда, 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 сюда. Силка. Одного эфритика мы сжираем. Таким вот образом. Блин, на бедроке очень выгодно покупать медас, чуваки, потому что некоторых мобов здесь очень мало. Тех же самых эфритов в два раза меньше, чем на ПК-версии. Прямо намного меньше, поэтому здесь... Всегда берите медас, это, ну, будет вам помогать выигрывать волны. Все, завершаю волну. Кстати, я первый завершил волну. Тут у нас ПВП, я ни на кого не ставил, поэтому в целом мне интересно. Чуваки нам вообще фармят по миллиону просто, ну, денег. У меня инком вообще гораздо меньше, чем у этих чуваков. Там у чувака 44 тысячи инкома, понимаете, ну, нетворс. А у меня, типа, ну, там, 1020, условно говоря. Ну, ну тут лонгер топ, мне кажется, должен выигрывать 3 боба этого. А, не, он победа 1, а у этого лонгер топа 4. 35 НК, а это 29. Ну давайте на лонгертопа поставим тихаточку чисто. В целом, суть КСК-то все равно делать ставки, поэтому надо делать ставки. Прокачка брони. Знаете что, мне кажется, что я не могу уже, уже не найти лучший меч, чем этот, поэтому прокачиваю кая меч. Острота 1, острота 2. Надо пару остроты добавить, чтобы хоть какое-то пробитие было жесткое. Так, ой-ой. Так, пьем зельку. Пьем еще одну зельку. И медасим их босса. Замедасили, юзаем шипы. И убиваем их прям тут, прям так. А ведь они меня этот отталкивают, эти мужики. Мужики, можете так не отталкивать жестко? Ладно, два раза зачаровал. Возможно, это ошибка. Но если найдут резубис, то, возможно, будут резубис зачаровать. 561 неплохо. У чуваков уже начинает теряться жизни после этой волны, потому что... О, трезубец, кстати, приходит. Ну, давайте возьмем. У трезубца изначально урон 8. У этого тоже урон 8, из-за того, что я его зачаровал. Интересно, трезубец-то можно на шипы чаровать или нет? Ну, на сорту. Ага, трезубец нельзя чаровать, вот это и прикол. Кто дуэлится? Александр против Трибио Бабоу. Трибио Бабоу уже проиграл один раз, а Александр тоже проигрывал два раза. Давайте я сделаю на Александра ставку 250. Его, наверное, никто уже не верит, но я в него поверю. Прокачка брони и прокачаю себе наконец-то штаны. А, нельзя. А, ну, оставлю себе денег, чтобы прокачать броню, потому что хочу все уже штаны прокачать нормально. Вот, тоже медведей идет слишком мало, я их просто медасю одного сразу же и все. Ну, как будто бы бить мечом выгоднее, потому что он еще поджигает. А все на этого Александра ставили, лол. Ну, завершаю волну я первый. То есть, получается, я зря трезубец взял. Но я могу его кидать, так что, в принципе, не зря. В принципе, нельзя. Руслан против... Ой, ну тут, извините, конечно, Руслан. Сделать ставку. Хотел прокачать штаны, но понял, что надо прокачать... Надо поставить на Руслана. И знаете, что я еще сделаю? Я, наверное, еще прокачаю себе лук. Потому что лук у меня так-то хороший. Просто я его не качал. Давайте два раза апнем. У него была... Потому что я из лука-то нормально выпадаю, понимаете? Тем более мощь 3, это уже неплохо. Конечно, мощность 5 была бы лучше, но пойдет и так, я думаю. Но с другой стороны, броню тоже надо качать. Защита 3, защита 3, защита 4. Да, надо будет этим заняться плотненько. Надо фулл защиту 5 сделать, чтобы уже не париться. Опять малыши-зомби. Что же они так спамят с этим малыши-зомби? Но я, в принципе, не против. Мусорная волна все-таки. Давайте, малыши-зомби, быстренько с вами разберемся. А если не бросают, толкают меня эти малыши-зомби? Он у Александра чувствуется перефарм большой по урону. У меня просто книги регенерации падают. У меня просто дофигища книги регенерации. Я даже не знаю. 2605 сюда. Это было очевидно, что мне нужно этого чела ставку делать. И давайте, наверное, потратим. Посмотрим, что будет за дуэль. Если снова какой-нибудь Руслан или Александр, то можно на них спокойненько ставить. Лонг топ против Кирилла. Даже не знаю, кто из них значит. Поэтому просто прокачка брони, прокачка штанов, штаны фулл, прокачка ботинок, прокачка шлема. Все, почти фулл, защита 5 сет. Я считаю, что это неплохо. Защита 4, защита 4, защита 5, защита 5. Чуваки, кстати, не умирают. 25-я волна, хотя нет, уже осталось меньше. О, раз, два, три. Вот эти вот три чувака, они мощные. Они мощные, это тоже неплохо. Мне кажется, он сольется. То есть, как бы, я в него сильно не верю. Прокачка оружия, прокачка брони, что там сколько осталось-то? 1250, то есть это уже до фула получается. Ой, пауки, а не, босс когда будет, интересно, големы. Паучки, паучки, паучишечки, вы что, куда? Одного сразу же убиваем, шипы юзаем и с пауками быстренько разбираемся. Опаньки, 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 пауки, давайте отъезжаем, мужики, отъезжаем.
Надо книги урона брать, чуваки. Надо брать книги урона. Я не знаю, урона у меня прям вообще, как будто бы кот наплакал, если честно. Тем временем лорд против Кирилла дерутся. Я не знаю, по-моему, Кирилл должен выиграть, я так думаю. А не Лонгер Топ. Кирилл или Лонгер Топ? Вот в чем вопрос. Я Лонгер Топ, смотрите, что-то делает интересное. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, чел встал, Кирилл. Ну и Лонгер Топ его сейчас развалит. Не зря на него. Я хотел на Кирилла ставить. Но не зря не поставил, чуваки. Зелье регенерации, зелье отравления. Ну, давайте возьмем зелье отравления, наверное, чтобы на дуэлях использовать. Полезная тема. Одно зелье отравления взял, все есть теперь. Вместо супчиков. Не-не-не, вместо супчиков, вместо чего? Пока что не вместо чего. Ифриты, Руслан, Лонгер Топ не буду ставить, просто прокачаю броню. Окей, я собирался. Оп. Оп, все, фул броня у меня прокачана, чуваки. Фул, защита 5, как вы можете видеть. Еще и защита от снарядов. Так что против лучников я, в принципе, достаточно силен. Ну, сейчас ифрит, это мусорная волна. Она здесь не такая опасная. Нет волны с лучниками, прямо не знаю, то ли везет мне или что, я не понимаю, почему-то лучники не попадаются. Юзаю шипы, юзаю мидас. Смотри, просто мидас 230 золота, каждую волну дает, это вообще кайф. Давай, эфритик, давай. Все, хорош, и последний эфритик у нас остается. А лонг топ-то, смотри, выносит. Рядом чуваки со ставок денег получают. Я, кстати, везунчика взял. А, я везунчика взял, чтобы на ставках получать больше денег, и в итоге не ставлю ставки, да? Я гений, я же везунчик, да? Я везунчика взял, чтобы получать больше денег, и я не пользуюсь этим. Надо было брать ассасина. Была бы быстрее скорость бега, и в спину бил бы больше вроде как. Ну, короче, да, это была моя ошибка. О, ну тут лонгер топ. Буду на него ставить, в принципе, что? Лонгер топ, держи. Сделать ставку. Поставить. Он, кстати, за ассасина играет, этот лонгер топ. Но у него осталась одна жизнь, а не, у него две жизни. Особые приметы. Что-то еще осталось. Мидас, прыжок, регенерация, книги урона. Как будто бы книги урона мне нужны. Ладно, прокачка оружия. Буду качать дальше меч. А, даже меч дальше не могу прокачать. Но я думаю, еще два раза меч качну. И потом уже будет что-то такое. А где, как ведьма заспавнилась на миксе? Ах, возможно, здесь ведьма не отдельным мобом, а в миксе просто спавнится. Вот так вот. Даже такое бывает, чуваки, прикиньте. Так, реген пью. Силу пью. Так, сразу же бегу-бегу сюда. Лучника я хочу сразу же вынести. Заюзать шипы и начать бить этих пацанов всех. Всех этих бандитов. Чтобы они уже не мешались мне здесь. Шипы кончаются, но я в целом не... Опа, просто хорошо заработал. Ну там чуваки вообще нормально зарабатывают. Как будто бы надо было деньги оставлять. Ставить на проверенных челов с моим-то везунчиком. Это просто плохо, что я взял везунчика и реализовал его плохо. Это что, урон? Жизни. Лучше бы книгу урона бы мне дали. Надо было ифриты ифритить, мне кажется. Хотя, не-не, лучше скелета. Скелет чаще стреляет. Да, ну мне просто постоянно жизнь, регенерация. Вот такие книги даются. Мусорка, как мусоркой пользоваться? Возьмите предмет в руку. А если бы я вот своим мечом бы ударил по мусорке? Почему подтверждения никого нет? До усиления раунда. Кто там остался, пацаны? Кто там остался помирать? Мобы усилились. Ну все, чел, ты там уже не выживешь точно. Ладно, пока не буду делать ставки, потому что вдруг будет какая-то дуэль с кем-то. Босс железный голем, понял. Тогда прокачиваю оружие, конечно же. Раз, один раз прокачиваю оружие и один раз покупаю книгу урона. Потому что книга урона тоже достаточно неплохой буст дает. Жрем ее. Супчики. Или мидас. Мы не можем замедасить голема, поэтому мы берем так вот и просто за него кинем отравление. Выпьем всю эту фигню. Ну что, мужики, удачи вам там с боссом. Удачи мне с боссом. Пью силу, пью регенерацию. Босс спавнится, босс бежит на меня. Кидаю в него это, кидаю в него вот это. И начинаю его фигачить. Пока что со стороны. Так, он до меня просто не доходит. У меня даже разок ударил. Ладно, шипы юзаю. Все, бей меня, босс. Бей. Ой, я шипами его бил все это время, лол. Я во время шипов просто... Нифига, они там уже завершили волну, понимаете? Уже завершили. Они, возможно, просто стояли и его били, кстати. Потому что он здесь мусор какой-то, этот босс-голем. Да, я от него бегал, пытался мансить, но нет, здесь не нужно было этого делать. Руслан 8569 против Александра. Но мне кажется, как будто бы Руслан должен выигрывать. Что там по натворцу? 53 тысячи, а у Александра 67 тысяч он проиграл. Руслан как будто бы лучше повапешился, если честно. Сделал ставку на Руслана 500. Проиграю, надо сделать. Но надо, конечно, КСК на Bedrock версии немножечко прокачать. Я думаю, мы об этом будем говорить с разработчиками на днях буквально. Вот, потому что у нас борт 30 числа перед Новым годом. Я думаю, нужно будет поговорить, чтобы КСК немножечко прокачали. Хотя бы показывали, сколько вы в плюсе составок. Но какие-то вот эти вот мельчайшие детали, которые уже есть давно на ПК-версии. Это мы убираем, это мы ставим, жираем. Надо было шипы сразу завязать, чтобы они тоже себя били.
Да, они просто босса не боялись, потому что они знали, что босс здесь мусор. На, босс здесь прям вообще мусор-мусор. Ну, на Руслана не зря я поставил. Руслан вроде хорошо живет. Они вроде пока перестреливаются из луков чисто. Так, один прыгнул к другому, другой прыгал от другого. Нормально. Снова дерутся. Снова бегают в шипах. О, все, он его бьет. Кто кого? Я же не могу понять. Александр. Слишком высоко как будто бы это сделано. Не видно ничего. Ну, Руслан выигрывает. Руслан выигрывает. Деньги я свои заработал. Ой-ой, погодите, покажите мне, что здесь есть. Лук, зелье огнестойкости. Ага, заговор огня один. Ну, как будто все мусор. Но могу взять зелье огнестойкости. Почему нет? Пусть будет. Может, зелье силы выглядит как зелье огнестойкости. О, я дерусь против какого-то Фаранана. Ну, я ему сейчас как на сделаю. Так, кстати, книги дороже начинают стоить. Книга урона 2900 уже стоит. Жесть. Давайте возьмем. Почему нет? Книга урона, давай, иди сюда. Да, собираем. Взрывное зелье. Ой-ой-ой, время. Зельку силы пью. Зельку регенерации пью. Ладно, мужик, давай не будем тянуть время. Бам, попал. Бам, попал. Ни черта не видно, нужно было ресурс пак ПВП-шный поставить. О, нифига он по мне выпадает нормально так. А, нужно идти на сближение, нужно идти на ПВП. А, он тоже, да, завязал шипы, понятно. Так, пока что делаем вот так. Делаем вот так. Ой-ой-ой, что-то он нормально так дымажит, что-то не заметил. 1550, еще и жизнь потерял. Это кто меня зафигачил вообще, Фарнан этот, да? Нифига, надо было посмотреть, что у него вообще за шмотки. Сколько у него много урона. Капец, мне бьет больно. А я сейчас еще и с Русланом дерусь после этого. Жесть. Давайте как книгу жизни хотя бы купим. Не, на самом деле все огонь перед экраном. Мне все это испортил, чуваки, да. Ладно, окей. Сила есть, регенерация есть, замедление. Супчики, давайте мы их просто съедим. Не знаю, не-не-не, надо пить зельки сразу же сейчас. И стрелять из лука. Все, давайте. Все. Собрались, давай, я собрался. Собрался. Я только что чел кого-то размотал жестко. Собрался. Это съедаем. А, это съедаем. Это можно выкинуть, наверное. Супы даже не... А, у меня фулл хп, потому что, понятно. О, нифига он по мне попал. Ну-ка, сейчас супы работают. Да, супы работают. Так, быстрее. Зелье огнестойкости. Так, он тут ко мне подошел. На, пару ударов я по нему сделал. Хорошо. 7,6 урона нанес. Оп. Пацанчик, что такого не ожидал, да? Не ожидал. Опа, шипы завязал, смотри-ка. Что-то в меня кидает. А, так я могу его через шипы в целом пробить. Оп. Все, сейчас-то умирать нельзя, понимаете? Сейчас-то я забыл, что умирать нельзя. Каждый проигрыш — это минус жизни. Сейчас просто взял, потом потерял фактически жизнь. У меня сейчас две жизни осталось. Ох, ну это алхимик. Это алхимик. И у него зелье это третьего уровня на старом КСК. Алхимики это были имбой, дорогие друзья. Я совсем про это забыл. Книги жизни пора брать. У меня, кстати, ни одной зельки хилки. Я даже не знаю, есть ли здесь зельки хилки вообще. Огнестойкость пока убираем. Микс у нас здесь идет. Ух, сила, регенерация. Да, ну этот Фарнан меня, конечно, развалил. Ну, я говорю, потому что я просто что-то подрасслабился, знаете. Подрасслабился, потому что я забыл, что они там составок. Этот Фарнан тоже составок дофига денег получал. Так, сейчас быстренько делаем вот так вот. Идем сюда, убиваем шипы. Ой-ой-ой, ладно, мидас, пофиг. Какой-нибудь замедасили быстренько. Мобчиков валим. Так, нужно убить скелета сначала. Скелет, ну-ка, помойку скелет. Так, мобчиков теперь, мобчиков. Мало хп остается, но ничего, у меня регенерация еще должна быть. Эфритик, давай, там отдыхай пока. Не, все, Фаран уже завершает волну. Да, он еще алхимик, у него там сила, небось, жесткая. Надо вообще ведьму, мне кажется, медасить. А, ну я попался против самого жесткого типа, получается. Потому что, смотрите, я-то живу до сих пор, получается. Так, да, походу Фаран этот самый жесткий тип из всех, кто здесь играет. Ну, потому что Руслана я развалил вообще на изичке. Но они алхимики, был бы я алхимиком, конечно, у меня тоже была бы сила третья, там регенерация третья, я бы тоже разваливал. Ни на кого ставку уже не стал. Капец, как долго здесь чуваки играют, ты посмотри. Типа, волна 33-я. Ну, хотя мы с Саидом тоже когда играли, тоже там 50 тысяч волн у нас прошло уже. 2984, мне хватит на книгу урона. На книгу урона не хватает, другую книгу мы пока не покупаем. Прокачка оружия, есть ли смысл? 1400, ну как будто бы есть смысл. 1700, есть ли смысл? Нет смысла. Так, прокачка оружия, лук. Давайте лук апнем немножечко еще. Лук и оружие чуть-чуть подапал. Оружие у меня в итоге 11 урона, лук у меня, ну да, нормально. А сколько у меня книг силы? А вот где посмотреть вот мою силу, интересно? Или Ферран этот, вот с этим Ферраном будет проблема. А, на Феррана можно, кстати, деньги поставить. Сделать ставку, поставить. У него там уже 100 тысяч, 92 золота я на него поставил, это, конечно, смешно. Смех, но ничего. Так, шипы завязал, все, можно пауков валить. Ферран, думаю, выиграет этого Кирилла. Кирилл тоже, конечно, ставок много денег получал в какой-то момент. Ну, не думаю, что чел, которого я проиграл, проиграет этому Кириллу. Ну, кажется, он проигрывает. Но я поставил на него 92 монеты, так что что мне? А, у него, скорее всего, этот хорошо прокачанный лук, да? И он его из лука пытается убить. Но у чела регенерация там большая. Завершил волну там этот лорд.
топ-1. Ох, чуваки, катка-то долгая. Да, это КСК, Долго кадочка здесь, конечно. Я думал в Castle Fight поиграть. За это время, я думаю, уже бы кадочка в Castle Fight прошла. Эх, надо разобраться с разработчиком. Нужно разобраться, что там случилось, почему так. Ну, не, Кирилл, ты уже отъезжаешь, очевидно. Прям стоит на месте, получает просто все эти удары. В лаву прыжком попал и, соответственно, просто отъезжает. Ты его, может, добьешь? А, он в него прыгнул. Ну все, 340, серьезно? С 90 я выиграл 340? Так много? Руслан против Александра, да? Руслан против... Тут я не знаю даже, кто из них выиграет. Руслан или Александр? Руслан 6-3. Александр 1-3. Ну, как будто бы Руслан выиграет. Давайте на Руслана поставлю 500. Так, пещерные пауки. Денег у меня нифига нет. Могу, конечно, регенку купить. А я могу прыжок купить. Он 1400 всего стоит. Давайте возьмем прыжок. Полезная тема. Вместо трезубца я им вообще не пользуюсь. Бесполезная фигня. Это ваш трезубец. Силу пьем. Регенерацию пьем. Паучками дасим. И фигачим их просто. Можно даже... Ну, я шипы завязаю, чтобы они быстрее умирали. От меня. Так, ну да, паучки нормально отлетели. Так. Смотрим. Дерутся, пацаны, дерутся. Ну, здесь, наверное, Александр, да, все-таки выиграет, не Руслан. Зря деньги на Руслана поставил, нужно было поверить в Александра. А, либо где, я в Александра поверил уже, не? А хрен знает, сейчас узнаем, кто там из них выиграет. Я уже забыл просто, если честно. На кого, тут даже не показано, на кого ты ставку поставил, тоже неудобно. На кого другие ставки поставили. А, потому что я помню, когда мы на Бедроке делали, как раз таки мы убрали показы ставок других, чтобы никто не знал, кто на кого поставил. Ну, кстати, прикольно. Ну все, Руслан отъезжает, кажется, я ставил на Руслана, да, минус 500 монет. Руслан, не бегай, все, у него 70 хп, ну ты посмотри, ну тебе очевидно, что тебя уже все сделали, ну куда ты? Куда ты, Руслан, куда ты, зачем? Зачем ты тянешь? Смотрите, сейчас будет отстреливаться этого Александра, полчаса еще, не, ну все, Александр уже здесь. И Руслан потихонечку, бум, минус 500, ну кто знал. Так, что мне тут дают? Ну возьмем зелье огнестойкости, потому что он внутри просто валяется. И, наверное, пора покупать зельки просто урона, на книги урона на всю. На все деньги, что у меня есть, книги урона. Очевидно, нужно брать. Скелеты. Кто там дается? Руслан и Кирилл. Да, пофиг, кто из них выиграет. Я уже на Руслана поставил пятихатку. Он меня немножечко разочаровал. Ферран, на самом деле, все остальные противники, это даже не противники мне. Я всех их выиграю. Вот Ферран единственный из них, кто нормальный, типа. А ты его просто забанит на сервере, что-то он. А я вижу, они там в Дискорде сидят. Кирилл, Ферран, вот они в Дискорде сидят. И, видимо, против меня козни строят свои. Так, стреляют там по друг другу, смотри-ка, тупые скелеты по друг другу стреляют. Замедайся, одного они сами убили. Все, тоже сами убили своего тиммейтика, скелета. Ну, скелеты, да, всегда не отличались особой сообразительностью. Руслан, зато Кирилл этого выигрывает, да. Еще Дискорд открою, в Дискорде Кристаллик с Бедрока сидят Ферран, Кирилл и Логер Лолтоп. Вот эти вот три типа, я вот уверен, что они там, они, скорее всего, просто ему помогали. Мне кажется, Логер топ и вот это просто сделали ставки, либо специально сливались на дуэлях так, чтобы чел выиграл и заработал дофига денег. Потому что у него слишком много денег, у него слишком большая перекачка у этого чела. Я не верю в это, я не верю в его честность, понимаете, не верю в его... А вот походу хилки даже не падали, это старый, настолько старый КСК, что здесь даже хилки не падают, жесть. Потому что у нас разработчик КСК на Бедроке ушел в армию, чуваки, и он типа в армии, поняли, да? То есть как бы с этим вся проблема. Сделал он этого типа ставку 100. Ту-т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 у. Полярные медведи, это будет изи. Когда они уже все сольются, я останусь с этим типочком, чисто с Ферраном один на один. Интересно, на какой волне? Интересно, здесь есть босс Скорпион? Босс Голем есть, это мы видели, но босс Скорпион. Капец, у Феррана там урона, вы понимаете, как много у него урона, что он уже завершает волну просто. Потому что он алхимик, я понимаю, он алхимик просто. А он еще и 6550 выигрывает со ставки. Ну да, так я и поверил. Ой, у меня против него дуэль, конечно, против перекачанного, перебущенного чела, у меня, значит, дуэлька. Ну, ничего страшного, качаем меч, еще на разочек урона становится, сколько у нас, 13, в целом неплохо. А давайте посмотрим, что там у него вообще, у этого Феррана. Инком 130, у меня инком какой? У меня инком 76, у меня в два раза меньше инком, чем у него 11 книг урона, а у меня книг урона, кстати, сколько? У меня книг урона 4, капец, разница огромная. Посмотрим его инвентарь, у него трезубец и оружие, кстати, у него нет, он через трезубец играет, странная тема, что он через... Он еще и алхимик, ну, короче, да, я не знаю, что я не думаю, что я его смогу выиграть вообще в целом, но попытка не пытка, как говорится, попыточка не пыточка, так, опа, он уже здесь, ой, попал, конечно, жесть, еще раз попал,
Капец, огонь здесь, конечно. Даже на ПК-версии, мне кажется, огонь не так сильно горит. Попал я по нему. Опа, 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 попал. Попал Ферран, тот бежит на меня, бежит, прыгает на меня, ага. Прыгнул. Я по нему вообще попасть не могу. Офигеть, он с щитами, что ли? Он с щитами, увидели? Я по нему просто ноль попаданий по нему сделал. Он меня бьет просто с какого-то дичайшего расстояния. Так, мне нужно отрегениться теперь. Отбегаем, отбегаем. Нужно регениться. У меня регенерации книг много. Все, погори немножечко, мужик. Погори, погори, пока я регенюсь. Ага, он тоже меня погореть заставил, да? Так, я его в комбо беру. Шипы. Шипы, шипы, шипы. Завязались? Нет, не завязались, шипов нет. Ах, минус. Ну, чуваки, сори, там перекачка, жесть. Чуваки просто ему на него ставили. У меня в два раза хуже вещи, чем у него. У него книгу урона в два раза больше, чем у меня. Так-то я бы его, наверное, бы делал бы просто. У него у меня 4 книги урона, у него 11. У него нетворс в два раза больше, чем у меня. Я вот сейчас еще и проиграю. Но все остальные, конечно, сливаются. Ну да, я не знаю. Я не знаю, как буду его выигрывать, если честно. У него, ну, у него просто перефарм, очень дикий перефарм. Я его не тащу по урону. Просто 0 урона. Вот. Еще и здесь огонь на, просто на весь экран горит. Дурацкий огонь. Ладно, окей, попробуем, попробуем. Еще не все потеряно. У него, конечно, 3 жизни, да, мне еще нужно его попробовать как-то на дуэлях выиграть. Не, ну это вообще Unreal, это не. Я, наверное, даже сдамся, потому что если мы с ним останемся один на один, то я буду сдаваться, потому что, ну, я не смогу его выиграть просто. У него слишком, ну, у него в два раза больше нетворса, чем у меня. Тут все, все понятно в целом. Что вот еще объяснять? Все остальные мне не противники здесь, потому что я говорю, мне такое ощущение, что чуваки вот эти вот, которые в Дискорде сидят, они просто друг друга заливали. Я не знаю, посмотрите, кто смотрит видос, вы посмотрите, пожалуйста, чуваки, что там вообще происходило на видосе. Может быть, так оно и было. Если так оно и было, то напишите. То есть, посмотрите, там типа не было такого, что чуваки специально. Ну, я просто я не видел, как это выпешивались какие-то эти чуваки. Если бы я изначально знал, что они втроем сидят, ну, как бы я видел их в Дискорде просто, да. То есть, как бы я сейчас просто убедился, посмотрел, что я до этого в Дискорд заходил. Когда с Castlefy там просил помощи, вот, у чуваков в чатике, там эти чего тоже сидели. Вот, и у меня есть такое подозрение, что они реально друг друга заливали просто. Так, хорошо. Эх, не надо было просить на Castlefight помощи, тогда бы никто не знал, что я иду в КСК играть. Я бы играл просто с рандомами. Да, это был бы уже, конечно, другой геймплей. Так, теперь у меня дуэль против какого-то лонгер топа этого чела. Давайте задуэлимся. Так, давайте огнестойкость возьму обязательно. Так, посмотрим, что там у него вообще есть. Книг урона 8, кстати, больше, чем у меня. Он еще и ассасин, ё-моё. А у меня книг урона, конечно же, 5. У меня здоровье 4. У меня здоровье и регенерация падали бесполезные. И здоровье и регенерация вообще какой-то мусор. Ну, у меня на 3 книги урона меньше, да? То есть, как бы, ну, попробуем, попробуем. Чё, почему нет? Зелье огнестойкости сразу же пью. Пью зелье урона, регенерации, всего этого дела. Сила. Сила пьется. Лук берется. Из лука я стреляю, соответственно. Опа, почти попал. Он куда-то там бежит. Нифига, он вообще в другую сторону отпрыгивает. И посмотри-ка, попал по мне, нифига. Но мне 0 урона. 10 урона я ему нанес, кстати. А, у него, может, железная броня, он вообще бесполезный. Ну, давай, я тоже могу сделать прыжок. Просто отпрыгаемся, бам, бам. Чел, ты вообще, конечно, мусор странный. Бам, ну, смотри, хилку. А, все-таки хилки здесь есть, просто. Нифига у него хила, кстати. Нормально так хилочек-то у пацана. Так, он тоже шипы юзает, я отпрыгиваю, я оббегаю теперь от него. Потому что шипы я заюзал раньше, чем он. Нифига он бьет с такого расстояния, этого нормально вообще? Нет, что это за расстояние? Теперь мы его бьют на 30% сильнее. Не, 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 чуваки, тут... Я говорю, эти челы, капец, с какого расстояния он бьет, что это было просто, я даже по нему попасть не мог. Это вообще жесть какая-то, вот эти вот типы, они мне, ну ладно, лорд, я не знаю, каким образом он вообще выиграл. Но шипы он чуть позже прожал, чем я, это было хорошее преимущество. А еще плохо, что я выключил игроков, потому что был какой-то странный звук музыки. Что от них, от какого-то игрока музыка какая-то была, и это было просто ужасно. Зелье огнестойкость пью, сила пью. Теперь мобы мне бьют под 50% больше урона. Я даже не думаю, что я их вообще затащу, этих мобов-то. Так, ифритика одного сразу же убиваю, одного сберу на ПОП. Ифритика сразу же. Оп, ифрит, давай, иди меня. Прикрывай меня от остальных ифритов, кстати, ифрит, мужик, что ты. Так, этого убиваем. Ну, у меня сейчас, блин, минус 30% урона. Почему минус 30? Когда вроде минус 15 должно быть. Типа, одно поражение, и все, типа, и ты проигрываешь, типа, в таком формате. Ладно, хорошо, завершил волну чел. Я вообще, типа, у меня урона не хватает, ничего не хватает, я тут. Пососал. Но я говорю, я просто не играл в этот Майнкрафт, в этот КСК. Теперь я слышу удары, теперь все слышу. Хотя бы теперь по ударам буду ориентироваться. Зачем этот Руслан бегает от Феррана? Там у Феррана реально перекачка, там у него нетворса в два раза больше, чем у нас. Типа, вряд ли он... Значит, блин, я забыл, что я вообще везунчика взял в какой-то момент игры и просто перестал ставить ставки.
Это была тоже ошибка, мне кажется, если бы я ставил ставки, может быть, у меня получилось бы купить книг силы, хотя бы книгу урона, хотя бы хоть сколько-то. Так, ну, естественно, что мне остается? Что мне? Книгу урона брать, что остается? Читы, капец, здесь скейл цены прямо какой-то очень отвратительный. Прямо не на 50 монет книга стоит каждый раз дороже. Я вот сейчас за 4200 купил, да, книгу? Сколько она сейчас стоит? 4700. Здесь что, на 500 монет скейл идет? На 500 монет каждый раз книга дороже? Это что за бред? На 500 монет, это вообще Unreal. Что это такое? Мне кажется, не должно быть такого жесткого скейла. Даже с минус 30% уроном я все равно буду драться до последнего, пока не проиграю. А я пока не проиграю. Кстати, мобы здесь вообще не, ну, типа, не становятся сильнее. Вот мы с Аидом, когда играли на ПК-кресте, да, даже зомби меня уже пробивали, а они просто на 0 пробития. Это еще плюс 30% урона мобам. Так, ну что ж, босс Железный Голем, естественно, кажется, он... Ну, я не знаю, насколько он здесь силен, если он будет таким же плохим боссом Железным Големом, как он был до этого, то есть, как бы, то, конечно, это будет легко. Но мне кажется, босс должен же уже стать сильнее, не может быть, чтобы он был таким слабым. Так, давайте силу пьем, регенерацию пьем, Голем идет, шипы заюзаем и просто его бьем. Серьезно, мужик, ты будешь сопротивляться? Не, серьезно, он даже не сопротивляется, это босс по-вашему? А, нет, смотри-ка, начал больше дамажить. А мне вот интересно, вот регенерация, которую я прокачал, она вообще работает? Я просто не вижу, я вижу свою регенерацию, естественно. Все, Фиран уже завершил волну, в принципе, я не удивлен, у него там, типа, дофига всего. Ой, я даже себя замедлил, себя отравил, не замедлил. Так, ну, кажись, этих пацанов я уже не выигрываю, ребята, если честно. Так что быстренько сливаемся, проигрываем. В общем-то, в любом случае, я хотел сказать, что на Бедроке теперь все нормально, как видите, все работает. Вот, просто, ну, меня, если честно, немного затриггерили эти пацаны, которые вот, ну, играли в пати, в Дискорде прям сидели. Вот, и, соответственно, я подумал, что, типа, мне нет смысла стараться дальше, потому что у чела нетворк в два раза больше, там чуваки друг другу подставки подкидывают, ну, ничего страшного. Такое, в принципе, в КСК бывает, да, такие чуваки тоже попадаются, которые друзьями заходят в соло-режим. Ну, и пытаются вот таким вот образом, типа, слить ютубера, это, конечно, жесть. Но на ПК-версии такое сделать сложнее, потому что на ПК-версии, как вы знаете, онлайн 2000 на КСК. И там, типа, сложнее заторгить человека в катке. А здесь из-за того, что на КСК, ну, типа, видите, онлайн 50 человек, сколько там, 50, да? Среднее. Ну, я сейчас днем записываю, вечером будет под сотку на КСК. Да, ведь 63 человека сейчас на КСК, а то, соответственно, это сделать проще. Плюс я спалился, что я на сервере, я долго не заходил, поэтому если бы я просто зашел бы в катку, то, возможно, я попался бы с рандомами, которые не пытались бы меня жестко затаргетить. Поэтому давайте так, собираем здесь 1000 лайков под видосом, и я снимаю нормальную часть, где я всех раскидываю жестко и побеждаю. Вот так вот. Плюс вы заходите тоже после этого видоса, я постараюсь прямо вот в январе, на январских каникулах, еще один видосик по КСК записать, а заодно разобраться, что же здесь произошло с Castlefight'ом. Вот, и, возможно, ну, сделаю так, чтобы он уже, не знаю, там, заработал, да, нормально, а не так, как вот получается сейчас, то, что можно поиграть только с прошлой версии. Я теперь понимаю, почему на Castlefight'е онлайн упал, потому что на Castlefight'е онлайн тоже был хороший, такой достаточно высокий. Там человек 30-40 играл, а потом резко перестал, потому что версия Майнкрафта обновилась, но не обновляется. Рост новогодней елки. Собирайте удобрения для того, чтобы ускорить рост елки. Удобрение собрано. Нифига, это что такое? Это что за ивент? Какой-то новогодний ивент здесь. Нифига, что такое? Ну все, дорогие друзья, в принципе, там все. С вами был Адамастер. Заходите на Бедрок. Айпишник оставлю в описании. На этом, в принципе, все. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.